пульты за 10. Ну, обычные, 5-рублевые здесь. Такие даже ни разу не... Смотри, какие по 5 рублей. Ты что, недавно вышли? Они вообще-то с 97-го года. Ну, у нас я вот первый раз за всю, за все эти годы, за все. Ну, вот, видите, я вас первый раз. Может, какие-то это... Ну, народ будет просто испуганно смотреть на эту сдачу. Почему? Пятерки бумажные. Так они же с 97-го года, любой номинал же является, ну, платежным средством. Есть средством. Десятка, я просто на самом деле, нам только не по барабану, но я вот там человек, он будет просто вот такими глазами смотреть, потому что у нас никто не давал. Или потом... Смотри! Вот, а вот еще. Я дам, ну, сдачу, все будут тут такими шарами смотреть. Ладно, мы... У них всегда все набьет первое. Не было у нас еще, вот, сколько я работаю. Ну, вообще с 97-го года все это номиналы, ну, являются платежным средством. Ну, не знаю, у нас таких еще не было. В 97-м году вы не помните, что были такие? Вчера тебе объясняют, дала пусть, бля, думают, 100 долларов. Что ты как девочка? Они ухватят от сбегов. Да? Убираю. Не ждала? Как хотите. Не взяла. Подожди, не хотите, как хотите, это я не знаю. Ой, вот. Удачи. Я вроде в... Вообще с 97-го года они все платежные средства. По закону вы это обязаны принимать. Короче, никому этот закон не...